Новгородский общественный транспорт сегодня перешел на зимнее расписание. В первую очередь это касается, как обычно, дачников. Сегодня у некоторых маршрутов изменились конечные остановки, другие совсем прекратили движение до весны. С 14 октября полностью отменены маршруты номер 21 и 32. 9А в выходные и праздники на 9-й километр Псковского шоссе не поедет. Сократятся привычные маршруты основных дачных перевозчиков «шестерки» и «двойки». 6-й автобус будет следовать лишь до Новой Мельницы, а конечной «двойки» станет 56-й дом по улице Заводская, поселка Панковка. Изменится схема движения у 14-го, 18-го и 35-го автобусов. Но несмотря на традиционные изменения, полностью отрезанными от сообщения дачные участки не останутся. Для этого сохранены движения. Значит, до 9-го километра Псковского шоссе ежедневно следуют автобусы номер 2 и 2К и номер 22. Кроме того, по выходным дням с 9 до 18 часов организовано движение автобусов номер 35 до садов. Будут ходить автобусы и до 7-го километра Нехинского шоссе. Это маршруты 44М и 26. Отдельный рейс до садов по выходным сохранит и шестерка. Кстати, это не единственное изменение в схеме движения городского транспорта. С сегодняшнего дня останавливаться у Кардигардии на улице Большая Санкт-Петербургская автобусы будут гораздо чаще, на целых два маршрута. Новгородцы обращались с просьбой организовать на этой остановке остановку автобусов номер 1 и номер 11. Ну, параметры этой остановки не совсем располагают к большому количеству остановки автобусов. Знаете, там пересечение с улицы Черняховского. Вот. Но, тем не менее, мы нашли такую возможность. Кстати, с просьбами о корректировке маршрутов, в том числе и зимних, новгородцы обращаются ежегодно. По возможности перевозчики стараются идти навстречу пассажирам. Впрочем, в этом году изменений в запланированные маршруты еще не вносили. Узнать их более подробно можно на сайте Центральной диспетчерской службы или по телефону 77 73 47.